Футболисты в Аргентине вышли на стадион в форме с изображением Диего Марадоны по случаю дня рождения всемирно известного соотечественника. 30 октября в Буэнос-Айресе Бока Хуниорс принимал на своем поле Гимнасию. В первой команде Марадона играл в начале 80-х годов, во второй спустя годы работал главным тренером. На 10-й минуте матч был приостановлен. На экранах стали транслироваться видеозаписи лучших голов Марадоны. А в небо на воздушных шарах поднялась футболка с номером 10, которая принадлежала футболисту. На трибунах болельщики хором пели песни о своем кумире. На матч приехала и его дочь Дальма Марадона. Рядом с ее трибуной была вывешена футболка с надписью на испанском переводе, означающая «справедливость для Бога», что неудивительно, ведь многие аргентинцы считают Марадону богом футбола.